Так, усім доброго дня. Ви на каналі Агробілорусь. Коротше, запустили этого трактора, якого купили недавно. Повесили наш погрузчик ДМТ-075 Борисовский. Бо сняли с МТЗ-82 и поставили на эту 80-ку. Сняли капот, чтобы подварить можно было туда порватые завесы. Мотор по звуку робить добро, ничего, никаких посторонних звуков нема, ничего. Сейчас залезем внутрь, погляди. Так. Давление. Двоечка. Такий трактор получився. Ще не получився, повесили пункт. Думаю, сніму відео про його. Мотор робить ровно, все, нічого не стукає. Нічого. Так. Где-то тече форсунка, солярка. Наверное, вот эта вот форсунка течет. Прокладка. Солярка. Для чего ты две леки набирал? Там хватит поллеки было долить. А полежь в стекло! Нечто богато влезло, я тут заливал. Ванну. Короче, на время повесили на эту 80-ку погрузчик. Мы этой погрузчика мало робим. Можно сказать, не робили почти. Повесили, чтобы он не лежал, вот его отцепили. Хай на ей висит. Поэтому удобрение на днях рассыпать. Иди по рабику нам. Вот Андрей обрывает, чтобы было бачно все. Почистишь дорогу? Я это лучше погрузчиком роблю, чем ты. Сейчас попробую очистить дорогу. Ну больше тут я рассказывать ничего не буду тут. Это погрузчик ДМТ-075, это 80-ку, где купили мы недавно. Кто глядит за каналом, знает про эту 80-ку, где купили, можно сказать, по цене металлолома. Мотор еще робит, рабочий вся полностью. Просто, чтобы была разукомплектована, задней навески не было. Мы повесили там. Как повесили? Вот это не было вот этой отыка, получается, задней рогов. Повесили старого трактора у нас, получается, на том, на 82 поменяли навеску, тут трохи люфт. Повесили, хоть стоит, все равно пахать не будет, самое большее, что будет тягать прицеп и раскидывать удобрение. Это вот тяга треба было купить, я купил только растяжки новые, а так это свое. Треба было заменить вот этот вот, купить, чтобы регулировать навеску, удобрение рассыпать будет ей. Ну и все. Всем пока!